Доброе утро. Христос воскрес. И не гляжу, Саша рукой машет, то видал я, все, поехал. А батюшка там благословляет. Вот. Добрый день, Христос воскрес. Вон какие они у нас хорошие, красивые. Вот подъезжают. Ну, а я тут что, на голубей любуюсь. Они сейчас обедают, голуби. Я хотел спросить, Тарасий считает, а на это не надо, это, какое звание-то у него? Христианин. Не христианин, но бывает там как-то еще что-то называют там. Все, пока ничего. Панамарь там или как-то. Христианин, пока ничего. Это, выше этого звания нет ничего. Ну, понятно. Ну, ну, бывает так, что если нужно будет, так это, можем подойти мы к митрополиту, чтобы она-то... Ну, всему свое время. Понятно. Вот такое дело. Спросить хотел. Вот идут люди, помаленьку подходят. Машины подъезжают. Сейчас оттуда зайду, а потом выйду. Давай, добрый день. Добрый день. Так. Дверь не открывать, там холодно. Где холодно? На улице. Здесь холоднее, я выхожу греться на улице. Ну, вчера только об этом делали замечание, ты не знаешь? Холодно. О, собрались. Мир вам, Христос воскрес. Так, Сережа, раскидываемся, никогда не забывай брать аппарат. Так, ты принес мне диск-то без шнура, куда-то это годится. Я сегодня как-то запишу на него, а ты потом это... чтобы вложили мне его на место. Так, ну ладно. Потихонечку снимайте вот эти покрывала. Сверните их. Туда, в сторонку. Книги должны быть. Так, Сережа. Возьми-ка у меня покрывало. Сейчас. Вот приходим сюда. У нас здесь есть крест. Это считается от расстрелянных священников. Около тюрьмы найдено было. И мне пришел человек, чтобы не оборачиваясь, и надел на меня, оно было с цепочкой. Но я цепочку снял. Это было у меня в тюрьме. Это очень интересно. Целительный крест. Приходим, каждый берет, и у меня от глаз болит, я глаз ушам. Ну и на этом как будто бы стоит все. Все. Никто ничего не делает, никаких манипуляций. Кому надо, подошел, взял. Один раз исчез, нигде нет. У нас тут еврейка была, так, она так, настолько прилепилась к этому. Она утащила домой к своей сестре. А это, значит, я его пронес в тюрьму. А как? Я положил под подошву, а наступать нельзя. Я вытащил. И следователь говорит, ты можешь унести домой? Как? Я вытащил, показал крест. А как там же? Но они не могли найти, потому что щупали здесь, пятку-то не щупали. А как? Я тогда, я говорю, я тебе сейчас отдам, если ты возьмешь. Ну ладно, ладно, хорошо. Что нужно сделать? Я достаю корочки, отрезанный хлеб, вот как булка, это не булка, а кирпичи такие вот это. Я туда выбрал хлеб, его так на уголок положил и... Сережа, не отвлекайся. И мякишом-то залепил и высушил. Ну и на проверке-то, когда проверяют, сначала сюда выложил все, ну кусок хлеба кто у меня будет брать? Да он небольшой, тоненький такой. Но когда я ему этот показал, он до того удивился, но пообещал утащить домой. И сразу же он встал, крест я ему отдал. Он перешел через коридор, а там допрашивает с другой камеры человек. Это в тюрьме было. И он подошел и не выдержал. Так, говорит, вот у меня говорит, какой-то подопечный такой, городская прокуратура. И вот он, говорит, как пронес, говорит, через все это, и довольно такой это, серебряный крест.
А который человек там был, допрашивали, его потом к нам в камеру подали. Он все рассказал, как он пришел, что говорил. Это обыкновенный крест, и сколько через него мы узнаем. Я знаю. Поищу. Полно. Так нужно скорее всего сейчас я сделаю. Сейчас покажи, я подготавливаю. Вот смотри, здесь у нас куда вставляем заранее уже. Теперь вытаскиваем. Здесь это тоже. Время еще есть у нас. Быстренько раскатать надо. Ну и здесь. Ну а дальше видно будет. Что дальше? Дальше у нас вот этот вот. Это я его заберу, потеряю. Вот так, чтобы не уронили. И дальше к этому скорее подсоединить переходник. Ты придешь, сразу пишешь мой. Вот, видишь, берут каждый к себе кресло. Ты показывай, успевай, активно. И каждый прилагает, где у него болит. И что? Бывает мгновенное исцеление. У меня был один такой, у него на ногах вены, на операцию готовился. И приложил только, как утром встал, ничего уже не болит. Вот. По вере вашей да будет вам. Все здесь у вас заложено. Так, я сейчас пойду на улицу скажу. Добро. Да, я. Спаси, да, Христос. Да, не выключай да, никогда. Я остаюсь здесь, а ты там будешь снимать. Мы что, все нездоровые? Кто знает? Так. Сейчас придет нас. Там можно сразу же закрыть. Здорово, Валя. Ой, как ты нужен мне. Нет, не надо. Дохлый ничего, когда посадишь. Так. Что, не закрывается, что ли? Да, что-то мешает. Не пойму. Не знаю. Ну-ка посмотри, что тут. Ничего не вижу. Может быть, вот это вот уперлось. Да вот не вижу. Ну-ка. Ну, не знаю. Проверь. Я опять на улицу выйду, посмотрю теперь. Вот перед началом богослужения, как подходят люди, подъезжают. Вот тут дверь хлопает надо. Дверь. Вот так вот. Вот это. Крючок такой. Все. Что-то машин мало сегодня. Раз, два, три, четыре, пять. Обычно 12 машин подходит. Вон, Надежда Васильевна, это вот трапеза после собрания готовит. Вот, пожалуйста, кастрюлька, как бы не уронила только. Ну и гликерия тоже несет что-то. Вот Костя от Муха Надежда, который ведет занятия, муж ее. Тоже все в командировках. Все. Добрый день. Было бы еще нести, говорит. А донести можно. Готово это. Христос воскрес. С Богом. Надежда Васильевна с гликерией. Я специально показать, если кто когда будет. Не нужны екатеринбургские огромные храмы. Это в частном доме молятся. Тут митрополит приезжал, богослужение вел 3 февраля 2019 года. Вот подходишь к храму, никаких нищих, тут попрошаек, пьяниц нету. А вот при входе крест и надпись. Ну, надпись – это тень, падает, не видать. Ходили, благовествовали, все. Кто-то на даче, кто где, и нету. Это Сергеева машина. Пупкова. Сверху так это, как гробик какой возит с собой. Что-то нет никого больше. Ворота открытые. Какое место прекрасное. Вода глубоко. Я боялся подземных вод. Мы жили, когда там везде подтопляло. И тут рядом, вот за оградой, приток Волги, в эту Волгу, Оби, а дальше сама Обь.
Прям рядом. Вон большие синие здания, это прямо на берегу Оби. Вот сюда, влево, на красное здание, если повернуть, туда оно течет. Опять посмотрю. Ну так, это Тимур идет. Ой, видал, что делает. Давай. Ты меня не сшибешь. Добрый день. Это наш сосед хороший, спокойно. Что, потеряла? Батюшку потеряла, он зашел. Ну того, который тебя-то сшиб-то, обсудили его, нет? Будут еще на то, еще вопросы у него, и будут 23 мая, но там не суд, ну как бы сказать, его вопрос, что я типа не точная, не знала, что у него на шапке написано. Я говорю, шапка вязаная, я знаю, что вязаная. А что написано? А он говорит, а ты не запомнила, какие там это? То есть он отрекается, что это не он тебя ударил? А я говорю, а это не важно. А какая у меня была куртка? Я говорю, была такая вот вишневая. Ну пошли, все понятно. Вообще, кошмар, я виновата. Все, тихо. Ну, ладно, зайду, закончена всю подготовка. Обошел. Так оно плакало. Еще кого-то не дождались сегодня? Должны были прийти. Я тоже вчера в эфире. Ну ладно,